Доброго времени суток, мои уважаемые подписчики, достойные уважения и всех хороших слов вам за вашу поддержку. Есть где-то доля правды в рассказах обо мне, но она всего лишь доля. И это возможно в прошлом. Люди меняются, жизнь меняется и так далее. И несмотря на наших завистников, несмотря на то, что говорят про меня и делают черный пиар мне, мы сейчас идем, как и обещали, как и договаривались мы вчера, ищем Сашку Бомжика. Сегодня у него день рождения. Уделим ему минуточку внимания. Я думаю, это поважнее будет, чем какие-то непонятные суммы, непонятные движения непонятных людей. Гораздо эффективнее будет в этой жизни сделать капельку добра. Приятного всем просмотра. Подпишитесь на канал, поставьте лайки, комментарии пишите. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы быть в курсе событий, всего, что происходит на канале. Где сегодня наш юбиляр, именинник, никому не известно, но попытаемся найти. Пакетик я ему собрал, купил, значит, колоночку, водолазку, сигарет и портвейн. Сегодня день рождения, я думаю, бутылочку портвейшка, ничего страшного не случится, если я подарю Саньке. Идем, ищем. И вот он, я его не узнал со спины. Саня, долго будешь жить. Спасибо. Родной мой человечек, с днем рождения тебе. Самое главное, здоровье. Дай Бог здоровья еще. Да. Сашок, от нашего канала, от меня лично тебе подарок. О, спасибо. Да. Доставай, что там есть, покажи. О. Ну это, с праздником тебя, соответственно. Да. Водолазочку вот тебе переоденешься. Это вот такая вот. Да. Вещь. Да. Хорошая. Надеюсь, по размеру. Такая она небольшая. А у меня футболка есть еще и носки. Мне как раз надо вот это. Вот. Надеюсь. Угадал. А это выкинул. Да, угадал. Угадали с подарком. И вот это открывай. А что такое? Открывай. Так, достаем. Вот мои любимые. Радио. Радио. Это не радио, Саня, это колонка. Радио я, к сожалению, не нашел. Где она включается? Да. Вот так включается. Ну, а радио? Yes. Bluetooth mode. Вот я тебе нашел пока флешку такую. А на работе? Да, втыкаю сюда. Ага. Okay. Или наоборот. Так, вот. Так. Дальше. Дальше, не знаю, жми на какие-нибудь кнопки. О, вот, загорелось, блин. Все. Во, музыка это. Дерзнюха! Еще раз, Саня, с днем рождения тебя. Спасибо, братан. Все я и хотел. Было так легко, но на шею бросили аркан. Я тебе потом принесу маленькую флешку, да, и сигареты там. А это что такое, Саня? Это зарядка. Она заряжается от розетки. А ты это у нас все равно. 18, всю жизнь 18, да. Да. Вот мы от нашего канала пришли поздравить человека. По бабам идем в сауну. Это
Да, я зарядил ее. Ну, заряжается от обычной, от телефонной зарядки. Пауэрбанк, да. А. Ну, покажи. Да, обычный USB. Вот у тебя провод есть. Провод подходит, да. А сам блочок, блок есть у тебя сам? Какой в розетку вставляется? А, или вон на остановке, да. Наша жизнь как миг. Санёк, звезда Инстаграма. Ну что, у тебя там есть открытое? И пойдем через туман. Что, Санёк? Старый! Парни, можно я с вами выпить? Вот, выпивай. У человека день рождения сегодня. У кого? Вот у Саши. Давай, Санек, с тобой чокнемся. Давай, Санечек, чтобы еще столько же прожил хотя бы. Еще столько же. С днем рождения. Жена валит. Наших ран. Санькакова. А что ты один или два? Где хорошая, а? Санек маэстро всех отправил на работу. Всех бомжей я отправил на работу. Всем сделал паспорта, все работают. Может, мне работу найдешь? Я сам бомж. На улице. Бомж, а где ты бомжишь? Я здесь, на улице. Ну, вообще, где район твой основного обитания? Какой вокзал? Основное, Митина. Митина? По подъездам считаешь, да? Да. У меня, братан, ключи есть, все, от подъезда, то есть. А что бомжуешь, как получилось так? Я сам 13 лет на улице прожил. Поверишь? Братан, я 10 лет в рабстве пробыл. В рабстве? Да. Как звать? Серега. Как это получается? У меня даже свидетельство о смерти есть. Как это получается, знаешь, Серега? Заснул на вокзале, приехал в Москву, остался без документов. Я в Москву приехал еще в 96-м. И дела делал, блядь, конкретные. Как это получилось? На Курском вокзале, блядь, меня, блядь, до сих пор, блядь, есть легенда. Ну ты рад подарку? Вот, спасибо, дай был на рад. За что 700 тысяч? За тебя? Нет, зачем? Квартиру взяли. Прятать счастье без следа. А что там Митина? Я там же снимал гараж. Твердый микрорайон. Тусовался я там, но это давно было, лет 7-8 надо. Если есть возможность. Так мы ищем, понимаешь, я блогер и через YouTube ищем людей, пристраиваем. Да. Блин, у меня сын вчера я А, разбился, ну да. Ну, это не он, я думаю, был, потому что его целое. Ну, конечно. А я специалист широкого профиля. А что умеешь делать? Постройки? Отопление сам. Короче, россиянин, нет? Электромонтаж. Россиянин? 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 Да. Откуда сам? Тольятти. А, Тольятти. Если родом, а вообще в Рязани.
В Рязани ты живешь, да? Прописка есть, документы есть? Вот документов, блин, как освободился. Документы давай, я тебе здесь паспорт сделаю. У меня, короче, на Савеловке справка об освобождении была. У тебя есть ручка записать телефон мой? Есть, конечно. Запиши мой телефон. Все, у меня все есть, как говорится. Все под рукой. А ну дай-ка справку, проверим, если что, если он был в люксе. Давай я на телефон запишу. Давай. А, у тебя даже телефон есть. О, Евробомс. Конечно, есть. У меня все есть, братан. Я не бомж. Я... Бедолага. Чуть-чуть оказался в ситуации. Ну да. Не, давай. А что ты думаешь, он сел? Ты просто радио, наверное, нажал. Там, оказывается, и радио есть. О, видишь? О, я даже не знал. Давай я лучше. Записывай так. На блокнот запишу. Не хирурган, наверное. Нет, даже не знаю, как я пользовался. Руки сейчас трясутся, блин, телефоном. Вчера купил. У тебя с телефоном на флешку можно сделать. Это пауэрбанк. Маленькой. Давай, пиши. Маленькой нету флешечки какой-нибудь, 8 гигов. У меня дома есть. Я просто не знал, что... А ты здесь... каждый здесь день бываешь? Периодически, да. Ну, я так, практически есть каждый 8. 965. 965. 199. Если музыку заставишь, закачаешь, я так компоненту просто. Еще раз, 99. 99. 1-1. 1-1. Нифига блатный. Саша Маэстро. Саша. Я бы не знал, флешку, ты ему закачаешь, перед. Да, принеси ему флешку, потому что мне вот эта флешка важна, Саша, Сань. Маэстро, а? Не потеряй вот эту флешку. Я тебе маленькую запишу музыку и поменяемся тогда с тобой. Что ты слушаешь? А да, Саша Маэстро. А 80. Как Сисикевич, Сандра, да, да, да. Ну вот, кто поет, Саня? Все старое. Дискотечное. Дискотечное. Он Санька знает, я. Так что ты с работой сможешь помочь? Я не обещаю, я постараюсь. Я нормальный работяга, как говорится, без... Ну, я понял. Серега, а что можно сделать? Что? По жизни вообще? Что вообще? Что? Электромонтажник. Подожди. Можно? Минуту молчания. О, Сань, нифига себе. Отопление. Тему, да? Электромонтаж, отопление, сантехника, электромонтаж. Внутренняя отделка, блядь. Все, хорошо, давай, смотри, где работаешь? Кожа в зиме, кожа в кожа крокодила, блядь. А я что делаю? Что делаешь? До этого я делал школу, потом... Одни козлы, блин, нафиг. Короче, я как понял, Саня. Школу я сделал, блин. Короче, он был, как я понял, рабочим домом. Да? Нет, рабочим я не был. Я в сентябре как освободился, мне пацаны сразу ключи от коттеджа дали. Говорит, на, Серег, живи. Ага. Смотри, Серега, короче, на момент работу начинаешь жить, да? Мне? Да, надо. Хорошо. Я уже устал на улице. Хорошо, Серега, хорошо, смотри, если там тебе работа. Я на тебя сегодня. Процесс власти идти. Я хочу идти. Есть, есть. Потому что на улице, то, что холодно, то, что надо подогреться. Такая же власть. Мужик у меня сломал. Я уже... Тема. Наутилус Помпилиус. Хорошо. Смотри, я тебе сразу обещаю. Ты сразу говорю, да, вот Санек знает меня, да, все ребята меня знают. Вот я вот это там можно передать работу на профессии. Сейчас вы поверите, когда ты там не зависишь. Точно такая же. Да, ну музыка та же, я с компьютера скачал просто. От этого я не зависишь. Потому как я... Я слышал. Ну есть там где-то. Да. Там много песен. Мне пацаны дали. Откуда мне у них? Да тут много, тут 64 гига флешка. А ну это много, это тебе сутки слушать, не переслушать.
Кобяков. Ну все, Санечек у нас доволен. Все ништяк. Да, спасибо, чувак. Спасибо, что поздравили меня. Я мечтал такой. Хоп. Так вот, дорогие мои подписчики, поздравили мы Санечка. Саня доволен, я надеюсь. Подпишитесь на канал и не слушайте злые языки. Мы будем копить за свое. Всем удачи. До следующих встреч. И сегодня стрим.